Все награждающие собрались, и я напоминаю, по какому поводу вы здесь собрались. А именно, под светлые очи старика Букашкина, чей день рождения будет завтра, и чье имя носит премия в составе Нобелевской буквы. Бука – это наша, для нас это главная часть, которая здесь сегодня нас всех и собрала. Нобелевская буква – прекрасное событие, всегда очень радостная, и мне она дорога тем, что это вот глас народа, который не требует никаких ни подтверждений, ни согласований. Еще мне очень нравится в этой премии, что она не конкурентна, что если ты номинирован на букву, ты ее получишь. Здесь никакого подвоха, это очень приятно. Нобелевская буква, премия самая народная. И один из основателей этой буки, Андрей Козлов, нам более подробно об этом расскажет. А сейчас я хочу дать слово директору галереи «Поле», другу, непременному водителю, непременному участнику всех событий жизни Букашкина и человеку, который предоставил ему мастерскую у нас, Полинцу Эдуарду Артуровичу. Здравствуйте, рад всех видеть. Мне, конечно, я не знал, о чем говорить, и не знаю, о чем говорить, потому что здесь они есть людей, которые Букашкина не знали. Если бы была какая-то... Ладно, нет, не может быть, не верю. Действительно, повод – это день рождения. Мы раньше делали выставки к этому, какие-то экспозицию. Но вот пришла счастливая идея с легкой руки Андрея Козлова, что... Елены Гладышевой, да. Что можно отмечать вот в таком формате. Я скажу, что у нас атрибутика этой премии, она еще у нас в стадии разработки. То есть мы вначале решили, первые разы это были такие шутки. Сейчас я понял, после того, как это прозвучало по радио, и Вера Лебедева так говорила красиво об этой премии, ей задавали всякие умные вопросы, это ушло уже в эфир. Я понял, что к этому надо относиться более серьезно. Атрибутика будет разработана более детально, и мы будем каждый год, я так понимаю, делать эту премию. Она все будет пышнее и пышнее. Потом мы уже будем соревноваться с Нобелевской премией, я думаю. Мы потом ведем, наверное, какие-нибудь там... какие-то денежные премии и так далее. И, в общем, я размечтался немножко тут. Идею,